Клещи проснулись и уже успели навредить людям. Первые пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сезон активности опасных насекомых начался на месяц раньше положенного срока. Медики связывают это с приходом ранней весны. Обычно первые обращения были в конце апреля, не раньше. Сейчас у нас уже порядка 4 обращений только за этот месяц. Первый в этом году пациент обратился к врачам 27 марта. Присосавшегося клеща он заметил после прогулки в черте города. Он поступил совершенно правильно, то есть не пытался самостоятельно удалить или еще что-то сделать. Пришел в травмпункт, где в полном объеме оказана помощь. Медики настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать профилактику. Одевайтесь, не оставляя открытых участков тела. И почаще проверяйте, не присосался ли клещ. Если встреча с насекомым все-таки состоялась, стремглав обращайтесь к врачу. Вам обязательно помогут.